Приветствую, друзья! У нас немного включили снег. Сегодня у нас 16 марта, то есть, по идее, середина первого месяца весеннего. Маленькое видео о том, ну, опять же, теория немного и гипотеза, почему на солнечных панелях скапливается снег. Вот в данном случае у нас сейчас включили снег, и на панели, хотя она и стоит в углу, вы видите в каком, все равно собирается снег. Давайте эту тему разберем. Друзья, вот сейчас вы можете видеть в фокусе структуру стекла, которая применяется на солнечных панелях. Смотрите, видите? Это не ровное, не гладкое стекло, а с выемками, бугорочками. Посмотрите вот внимательно. Смотрите, сейчас буду менять фокус. Видите? И вот на таком стекле, видите, задерживается снег. Причем, обратите внимание, угол большой. Вроде, по идее, должен сходить снег. Вот внизу, на обычном оконном стекле, тоже вы видите, на панелях также задерживается снег. Но точно так же комплекс факторов, как температура, влажность, замерзшее ли до конца покрытие стекла, потому что вот сейчас стекло было теплое, у нас сегодня в обед было солнышко, и кристаллики, когда снежинки падают на это стекло, они тают. Вот вы можете посмотреть, эти капельки воды, вот, снежинки немножко тают. И вот в таких условиях погодных как раз таки и задерживается снег на стекле солнечных панелей. Здесь вот я уже почистил, а здесь вот так. Причем вы видите, да, не механически, а просто достаточно сдуть его. Итого, мой вывод. На удержание снега на стекле солнечных панелей, я думаю, не влияет шершавость этого стекла, как у солнечных панелей, либо гладкость стекла, как у обычного оконного стекла. Вот. А влияют именно факторы, общие факторы его состояния, этого снега. Вот. У Александра я видел, что он показывал, на одних панелях снег задерживается, на других он сходит. Но, опять же, в его видео не все факторы рассмотрены. К примеру, как нагревается непосредственно это поле панелей. Это раз. Дальше. О чем я? Это, возможно, сами солнечные панели, к примеру, используются без диода. Там они подсоединены, к примеру, напрямую к аккумуляторам. И в какой-то определенный момент из аккумулятора энергия идет малая хотя бы, но идет солнечные панели. И тем самым их подогревает, и снег сходит. Дальше, второй момент. Опять же, цвет кристалла. Я думаю, что ни для кого не будет секрет. Вот вы видите сейчас у нас, да, вот здесь вот такая вот облачность. Но через даже эту облачность проходит ультрафиолет, который, достигая темных поверхностей, их нагревает. Я думаю, многие летом замечали, что они загорают даже и в пасмурную погоду. Ни для кого не будет секрет, что поли и монокристалл у солнечных панелей отличаются по цвету. Поли — это синий кристалл, ну, более синий. А моно в большинстве своем случаев, его легко отличить от поли, это черный кристалл, ну такой темный кристалл. И вот именно вот это вот цветовой момент и большее поглощение, ну, тепловой энергии лучистой на черный кристалл и позволяет нагреться кристаллу, дальше нагреть стекло и более быстро сойти ему, сойти с этой панели. Вот. Вот это вот моя гипотеза. У кого есть какие-то другие соображения на эту тему, с удовольствием ее выслушаю, прочитаю, точнее, в комментариях. Если у кого-то есть возможность снять поле монокристальных
панели и поликристальных панелей, только чтобы они работали в одно и то же время, ну то есть у владельца и того вида кристаллов, у кого есть и у кого как задержится снег, если кто-то снимет видео об этом, как у него, что скорее сошло, поли и лимона с темного кристалла, либо синего кристалла, какое покажет структура стекла, шуршавое оно, либо гладкое на тех и других панелях. И оставите ссылочку под этим видео, лично я буду вам очень благодарен, потому что эта тема, ну, она действительно очень интересна. Это у меня есть вот возможность подняться сейчас на крышу, очистить панели. А представьте, когда вот с этим сталкиваются люди, у которых панели находятся, ну, к примеру, вон на той, вот на том скате. Попробуйте туда залезть и каждый раз это все дело струхнуть. Будет ветер, повторю, все это сдует, видите? А если ветра нет, и есть вот такой легенький налет. Поэтому, кто проведет эксперимент с поли и с моно в одних и тех же условиях эксплуатации, буду очень благодарен. Жду вашу ссылочку. Все, на этом все. Ставьте лайк, дизлайк, задавайте вопросы, используйте альтернативу там, где это нужно. Сейчас буду подключать второе поле опять на грид. Ну и потихонечку, как уже кто следит за моим каналом, потихонечку внедряю альтернативу в свой дом. Нужно начинать экономить.